Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотел вам рассказать о своей новой баллонной системе подачи углекислого газа в аквариум. Старая бутылочная система с сайта AliExpress и работающая на соде и кислоте перестала меня устраивать. Относительно небольшой период работы, также необходимость поддержки реакции в бутылках с кислотой. Все это минусы баллонной системы подачи углекислого газа в аквариум. Чего нельзя сказать про баллонную систему. Большая часть оборудования перекочевала из старой системы в новую. Ну вот так сейчас выглядит моя новая система CO2 баллонного типа. По случаю купил недавно себе баллон углекислотный. Недорого. Импортный баллон с плоской пяткой. На этот раз все оборудование я разместил в тумбе. А именно сам баллон, редуктор для регулировки давления в системе, электромагнитный клапан, клапан точной настройки и счетчик пузырьков. Баллон углекислотный с плоским дном. Видите, что немаловажно, так как он у меня стоит, просто стоит. Обычно его дно полукруглое, это плоское дно. Специальный переходник с резьбой SP21.8 внутренне на наружную 3 четверти для того, чтобы подошел углекислотный редуктор. Вот сейчас все работает. У нас давление в баллоне 6 мегапаскалей или 60 килограмм на сантиметр квадратный. И давление, которое я настроил, 1 атмосфера, буквально 0,1 мегапаскаля, настраивается вот этим регулятором. Закручивая его по часовой стрелке, мы поднимаем давление в системе. То есть, чтобы снять давление в системе, достаточно регулятор прокрутить против часовой стрелки до свободного хода. Дальше модернизация ниппеля от стандартного к шлангу. Ну, здесь мне пришлось привить смекалку. Этот переходник я обточил и вклеил в штатный разъем, который предназначен для шланга. Сам ниппель пришлось рассверлить для того, чтобы туда зашел переходник, и вклеил просто-напросто. Ну а здесь просто накидная гаечка и фиксируется шланг, стандартный шланг. Шланг внутренний диаметр 4 мм, наружный 6. Ну, это стандартный шланг для воздуха, сжатого на аквариум, и для углекислого газа. Здесь я сразу подключил после баллона сразу на электромагнитный клапан, чтобы происходило отсечение при отключении электричества подачи углекислого газа в аквариум. После электромагнитного клапана газ подается на клапан тонкой регулировки подачи газа в аквариум. Далее на счетчик пузырьков. Практически все соединения шлангов с оборудованием происходят вручную. Только электромагнитный клапан можно подтянуть ключом. После счетчика пузырьков стоит еще обратный клапан для предотвращения запроса воды из аквариума в систему. Лучше всего использовать клапан с накидными гайками. Заполнение газового баллона углекислотой происходит на специальных станциях. Для этого необходимо снять редуктор, поставить специальную заглушку и отвести баллон на станцию. Необходимо помнить, что на баллоне импортная резьба SP21.8, о чем необходимо сказать на станции. Либо воспользоваться переходником, который вы купили для присоединения импортного баллона к отечественному редуктору. Тогда на баллон нужно будет надеть пробку с резьбой G3 четверти. Сейчас вы можете увидеть схему расположения оборудования. Ну, чем хороша данная установка? Настроил и забыл. Работает как часы. Расход небольшой газа. Вот работает уже много дней. Давление в баллоне
не опускается вообще пока. Газ настроен, ну, примерно пузырек в секунду. Кажется, что газа немного идет. Но распылитель работает достаточно крупно, поэтому должного эффекта пока нет. Но увеличивать подачу газа не собираюсь. Тут у меня одно время было очень много газа в аквариуме. Аж дроп-чекер близко к желтому был цвет жидкости. Сейчас вот зеленый, как и положено. Ну, на этом небольшой экскурс в техническую сторону закончен. Всего вам доброго. До свидания. Если что...